или его в таверну закинем. Никто не ушел. Алекс, что тебе говорить? Что-то рога какой-то со слабенькой реакцией. Где инвиз? Раньше? Чё у вас? На секунду. Ну вот, их нужно контролировать, а не так танчить. Не, когда ты их танчишь, кастуются всю сторону. Ну же, отводи их. Ты подумаешь. Как будете на бой, скажите. Ну, почти.
Кому босс не нужен? Мне не нужен. Там новый прист, у него написано Holy Spec. Шипы и Holy. Может его, Холика, а я покурю. Я все равно засыпаю, сижу. А можно нам побольше на пулу? Ты сорвал агро? Нет. Устраивает? Нет, мы обычно на тобой ходим в три ханта, и мне всегда все равно не устраивает. Меня, если честно, тоже. Чего там отдыхают те напулеры на замене? У вас там 4 напульщика, вас не устраивает? Мне этого мало. Фото сломается, не устраивает. Пить ворога вам. Ксоло вечно умирают. Давай, 5 хантов. Ксоло не дамажит. В БЦ не хилят. Ну и ладно. Зато абсорбит. А абсорб при каунте не отображается. У большинства. Отображается. Абсорбатор. Вары не танчат. Как адмирал будет хилить? Ханты не хилят. Слакает? Ханты, между прочим, хилят. Как это не танчат? Вары не танчат. Ничего не делает. Сова не дамажит. У меня нету рез. Дайте еще один рез. Совы это только. И это говорят челики фулт опять, да? Хан, да, покупать. Этот надо. Да. А кто такой Слобик? Ты в Дискорде, парень? Да. Ты на замене, тебе нужно покинуть рейд. Окей. На этого босса на следующего снова зайдешь. Без да. Может этот джуса поставить? Только кто-нибудь один. Спасибо. Полминуты, сейчас я позвоню. Адмирал, включи заранее, когда имя. Окей, подождите полминуты, мне с работы ищут. Сейчас я позвоню, отчитаю, потому что мой напарник долбоёб не отчитался. Да пула имя, ему кидай. Да нет, просто такой момент был, то что я только встал в прошлый раз или позапрошлый раз, у него нету этого. Ман нет. Два ханта. Один из которых пук. Я, кстати, тоже могу на замену. А то чё все ханты отдыхают. Тоже пойду на бога чили. Ты на бога не чилишь, что ж. Сейчас поставлю. Ну, может, тоже хочу. Вы вообще на бога ты были, да? Саву, видишь? Где сейчас стоишь? Пост.
Поставь метку, скажи мне, я напишу ханту и скажу, где он стоит. Это покупатель. Он не в Дискорде, что ли? Это покупатель в Дискорде. А. Вот. Не могу я забаговать что-то какое-то. Поставь в меня метку, Гир. У меня тоже забаговалось. Адмирал. Вага. Поставь. Да, все, поехали. Вон туда. Оцени сама. Так. Звезду напиши, ему пусть станет. Двоих хватит, их не пошатает. Да хватит, если черт тебе бегать начнет. Если вдруг этот хант умрет. Все готовы. Пока в центр босса не станет, никто, кроме напульщиков, не бьет. Погнали. Можно напомнить про саппорты? Да-да, саппорты. Все саппорты. Понятно, Артемий бегает. Дайте Геру. СС раздали, нет? Если не раздали, то Доворус на Вагабонда, Казум на Гип. Вага, смотри по агро, если что, задеванешь кого-нибудь. Маны нет. Пою гимн. Коты хулипал и маму залечь. Вага, полой до дивана. Кончилось. Вот бон монород, монород Дагвара. Тяжелые удары, да, вставать? После трех ударов. Теперь можешь. Баф. Ну чего у меня подъем? Да. Пивка. Угу. Сейчас.
за хил. Дайте рыбов по дроидам. Разум агро. Неликс, именно нам. И второй шкп тоже. Лага, ты следующий. Разум. Что на продажу? Так, плечо отдал, ноги ролим. Гречка тебе на мейн надо? Еще, все еще. Гречка. Да, последний кусок. У него только два вроде. Не кусок это. Пианист здесь? Гречки. Ой, гречки питик. Мы убили. Плечо упало, отдал ханту. Все, угонь. А, ты стрим смотришь? Чем? Я беру покупать или на вас? Пока еще до вас тоже не дошли. Я, в принципе, имею в виду. Дойдете, тогда вот. Гречка, это как пылесос, нахуй, надо пять. Чего? Ничего не понял. Все это опять забирает, нахуй.
Да не, в прошлый раз кто-то другой забрал приор, больше у него был. В этот раз я. С первого босса адмирал там кто-то забирал, нет? За приор. За приор нет, вон Ханк только... в раздумьях раздавака. Ну только плечи, да, получается, кричка забрал. Да, вроде бы, Олег. Я не помню. Кольцо вообще никто даже не тыкнул. Опуху вот либо Юджа, типа на транс, либо раздавака на мейн. Кирс, лейт, заходишь вместо Редвара. Че, все, то без это свободен? Можно на БК идти, да, мне? Или потом я нужен буду? Смотрим. Пока что на этом боссе свободен. Поехали. Патрульник плечи. А мир, с чем я тоже покупать слезь? У меня просто хант, ему почти весь нунсет нужен. Поэтому и спрашиваю, что ему можно отдать, что. Нунсет. Нунсет вы там сильно пишите. Вот приеду новый. Нунсет может. Весь. Лёх, ты прерываешься. Новенькому ханту с ЦЛК пояс запанет. Моему, короче, нужно все, но он сказал в приоритете, пока что ему клятва или фалик нужен. Схем. Это не спорно. В смысле, у нас клятва никому не нужна? У нас новых два ханта. У которых нет 7 кайпы. Пока до туда дойдем, он уже будет. ОКЗС по 2000, 3 и плюс ЦЛК ХМ, вот те 7000. Еще ЦЛК обычка. 8000. Можно отойти на 5 минут? Иди. А, Ген, ты, кстати, спрашивал по первому боссу. По первому боссу ушло на офспек только Триня. Да, я спрашивал на нойнспек. Я ГП просто в речке читал. Не, обе шмотки у меня. Я из-за первого сразу спросил. Триня забрал. Ну, по роллу на офспек там был Пеппа Пал, Тортик и еще кто-то. Я отдал Тортику. Она по роллу вышла. Не знаю, нужно ли на НХ этой вещи или нет. Сомнительно, выбирать не приходится. Ну, я бы не сказал то, что РПБ тоже нужно напало.
Да, но ретрика ПБ нафиг не надо, но она все равно лучше Дримки завода. Завода? Ну да, которая 20 раз надо настакать. Лёш, тебе обязательно воронки нужны? Типа я тебе могу просто голдой за три воронки. Хитрый какой. Не. Просто это воронки этого Дартпала, я не знаю, они ему нужны. Он сказал, пока он не придет, можешь пользоваться ими как хочешь. Ну вот и типа про это. О, воронка. Адмирал Воронка как-то не очень звучит. Но сегодня ДВшники за оба инста сколько? Три штуки и видели. И четыре. За ЗС и за Ока. Они, кстати, Ока до какого момента дошли хоть? Да, кстати. Вынесли? Ока они три босса снесли, у них один кель остался. Угу, понял. Это я в Дискорде был, но я что-то как-то прослушал на каком-то. Кир. ЗС, я так понял, не полностью снесли. Короче, чё? Дам тебе ник Челика. Если Розелина завтра не успеет на Келе, то продашь Келе. Народ сзади потру... Окей. Развернулся. Так подожди, а Локи с хантами же, да, рулят? Да. Ага. Лока. Так, на будущее. То мне тоже есть челик, которому надо, но я не уверен, что он с утра попадет. Раз у нас такая ситуация с пухами. Тело, но он сказал, что он придет к часу, может попозже. Если вы там раньше пойдете. Я не знаю, буду я завтра там или нет. Возможно, да, возможно. Геро! Чеш. Ты чё как пугаешь? Можно было просто сказать Кирсгорн. Убейте Войда за это. Наоборот. Не бейте Войда, он сову убил. В жертву принёс. Всегда помогала. Прячьтесь, этот, отойдите ближе к стенке, на второй патруль идет. Поднимите сначала. Полина так в муте сидит, да? Даю мод, то это минимум неделя. Ага, понятно. Кто убьет, того хилить неделю не буду. Ты сука! А у Мутиолы за что звание мод? Она вроде самая молчаливая, кого я знаю. Так
у нее в игре упадение. Это понятно, оно же писать не дает в игре. Сейчас подойду. Где воронка? Зато Ген видел, как это эффективно. Сразу никто даже бить не стал. Блять, вы бой начали. Кто-то говорил, у кого-то клиенты на первую карту. У меня. А чё, так можно было? Да. А чё стоит? Так, на будущее. 40 тысяч. Сколько? 40 тысяч. 100? 44 0 0 0 0. Говда. Вот. Я так понял, у нас всё по 40, да? И Т5 по 40. Да, я только ходил, Серега с языка снял. Все по 40. Ну, мне что сказали, то я и озвучила. Некоторые и 30 так-то. Это акция. Если это все по 30, да? Да мы все равно туда идем. Орех, как говорит. Да им делать идем. Погонов можем взять с собой. Благотворительность. Блин, подлагивание Сируса меня нифига уже... Нифига себе, благотворительность 40 тысяч голды. Не, можно мне кто-нибудь такое благотворительность? Вагонов. Ну, начнем с того, ты соберешь за 40 тысяч голды, блять, на первую кату. Кстати, да. Вагонка. Мне она тоже понадобится в скором времени. Через пару, может, тройку месяцев. Ты цену знаешь уже, же, да? А может я строго пробиваю по пару. У тебя сейчас. Да. При этом, что у меня не было поставок, при этом, что мне дейлики даже впадло сделать. То блин, есть... нет, 4 плюсика долго. 7 месяцев у меня до первой каты занял. При этом, что я даже дейлик на острове не делал. Слакер. Тридцать 9 дней чистых поставок без всяких дейликов и без всякой херни. 1+. 39 дней. Я говорю, вот сколько у меня. Ровно месяц прошел, я с половиной плюсика во вторую кату сейчас вылезу. Спеши, себе кристаллов можно делать день, плюс экстра поставки это 10 кристаллов. Плюс еще дейлики, плюс еженедельно. Это с викликом, если посчитать, 5-6 выходит. Вот. А кому-то нужен сапфир? На офспек. Ты хочешь локом зайти? Или ты продать хочешь? Если честно, я хотел бы понаглеть. Не наглей. Еще 8 знаков, 6 воронок, надо это ДВшникам показать в конце рейда, сколько у нас воронок выпало. Пускай а чем это... показывать, у них за одну РТ 12 воронок выпало в око строя. Это было все... где-то недельки 4 назад. Значит так, Хант, Слобик, тут Якорь.
Хороший. Это ты говорил, да? Да. То есть меткость прицельная на ловушке нормальная, да? Да. Я уже спрашивал у Артемии, выносите или, ну точнее, теряете или через метки играете. Так, на пол у меня квадбон на подтяжке. Товарищ Мак, ты тут? Да. То, что притянет Нурглет, ты это овцуешь. И все. Вначале можешь бурсты сдать, и дальше только овца твое дело. Хорошо. Я стою. А Нурглет что делает, если на бусе? Я на бусе. Нурглет будет вытягивать. Дай Нурглету ассист. Метки пускай поставляй. Гречка, будешь притягивать ко мне, как по моей команде. Присты бафнись. Все я тут. Мне стоять отдельно или с вами? У Роги, говорит, кулака нет, Рогом кулак. Разгором. Начнем. Ты че вообще подходить там быстрее? Я... Пай выбежал. Холли Пау выбежал. Тяни, босс. Они тянутся. Вот, вот. Да хватит с него, блин, играть. Как специально, да? Угу. На нём метка демона. Мне нечего сбить. Уже. У меня же баллот Кати была.
В меня кто-нибудь напуливает? Да. Не вижу. Демон упал. Ну народ, я убрю. Маг, овцов. Маг. Маг. Тусуйся рядом с трусами. Уж не видел, главное овцуй. А? Еще овцуй. Сейчас проснется. Зря трапу слюли. Могу сетка дышать. И сюда, к танку, к танку, к танку. Сейчас опять же, блядь. Босс отфилился, что ли? Да. Мне кажется, тебе какая-то сова дает стахфол. Смотри, ты стоял. Это не сова, это была дека. Ховчева, что ли? Да, они одни. Кто там? Квадрат. Там, по-моему, уже два раза косты про это просакали. Тащи там любого чуть. Тащи греча. Макс, сразу кинь сок. Че кинул? Овцу. Девка ханта, БР. Моба.
далеко. У меня нет цели. А Фурик считается успехом, если я... Фарада, ты здесь? Фурик на танках только успехом. Вага, тебе на мейн? Делорус, ты здесь? Не кажется, на этой неделе я хочу порядку. Что-то Вар один написал, спрашивает, сколько стоит лук с лича, и типа он хотел у кого-то купить и забыл. С хеймовского. Лук с лича? Но в балет. Арбалет это, нужен. Наверное, Аэриал, да? Не, Судур. Су, он на склят. Этот кровавый пиц. Я не знаю, у меня на клятву только покупать. Лёха тут? Лёха? О, Вага, ГЦ. Не, смотри, вот сейчас Сталик, но у обоих, это же как триня, 7 тысяч нету. У нас пухи и трини от 7 тысяч, правильно? 5 оспек, а потом уже... Всё, понял. Если 7 каипы нету, сначала идет приоритет оспек, потом мейн спек уже... Всё, окей. Это сделано для того, чтобы люди оспеки отбивали. Всё, вопросов больше нет, и не будет. Даже мейн. Заработать все ролик в этом того, что тебе не надо. Я, короче, товары в список новую добавила. Того вара, который покупает арбалет? Да. Там Войд, говорю, будет забирать арбалет. Ну, потом. Thank you.
подойдете к тесту и скажете, куда я рейд формировал. У меня один сотостык. Что еще? У меня один сот, говорю, оставь. Под покупатель. Перекур 5. Как раз рейд. Гамерон. Что-то какой-то неправильный шкаф у Делоруса. Правильный шкаф. Кто не в бою, надо просто нажимать. Не в этом дело, где-то, блядь, где в пизде стоит. Есть казун, если что. Он откатится у меня, пока этот трэш убьем. Я шучу, чё ты. Хоть какое-то развлекалово на трэш. Не знаю, там Вага ругается, сказал, будет ГП раздавать, как худить будет. Ну, по питику. Так что... Ну, это специально, чтобы он миликов не вертел. Ты его обратно пришел. Там инквизитор, у меня два... должно быть... Центурион. Центурион и инквизитор крутятся, остальные нет. Инквизитор не крутится, крутится маршер и центурион. Я пытался забрать только центуриона, но пока он крутился, у меня притяжка была в КД, и этого сделать не смог. Не в центуриона, а чё жесть? Только не в него. Ты бы отвёл просто центуриона в сторонку, остальные бы все залили. Ух ты, хорошая идея. Предложи чуть позже. Там силы ролил талис? Нет. Ролили два новеньких приста. На мейн только. Это не всего. А то я думал уже покупатель на следующий куда поискать. Не, КД. Что у тебя с таким билдом похуже обрастало, пишет КД? Буча, мастерство немерено. Нормально. Вот так.
Арм слава. Чё, нужен вам перекур? Нет, поехали. А, сейчас все равно же будет перекур, ты будешь тактику объяснять, нет? Тут как бы 4 человека новеньких. Походу разберусь. Кому там перекур не нужен, кто причём? Делоросу не нужен перекур. Делорос, объясняю новым тактику. Бля, нет. Идеально. Тут из новеньких, насколько я понимаю, маг, хант и шип. Два. Приста. Два шипа. Да, два шипы. А, и это... Мне сейчас еще нужно будет взять. Ладно, давайте по-быстренькому. Они в Дискорде вообще, ребят? Да. Смотрите, активируется Таладред, вот этот самый левый. Кого он берет в цель... Тот, значит, убегает от него. Только не надо в ебеня бежать вот так вот. Бегите как-нибудь по кругу, по площадке, чтобы весь рейд бил. Потом, как активируется самый правый, лорд Сангвинар, он феряет, значит. То есть, если вы РДД, на максимальной РНЖ можете от него там 36 метров стоять, по вам фир не попадет. Потом, как активируется этот звездочет Коперниан, вон баба справа стоит. Вы стоите на РНЖ друг от друга, от рейда. Потому что может кинуться бомба там, и будет плохо, короче, кто рядом стоит, там убьет. Потом инженер Талоникус, когда активируется, ну, вы его просто задевайте. Кто РДД, кто милики, будет каст бомбы, вы должны отбежать. Ну, вам там кислый РЛ проанонсит, что сейчас будет бомба, и вы отбегаете от босса, потом снова бежите, бьете. Потом, значит, будет фаза, появятся пухи, вы ждете, пока танки соберут эти оружия и бьете уже. Ну, там, короче, вот здесь вот, смотрите, двор сбегает. Вот здесь вот будут пухи, вот эти пухи бьете. Вот здесь будет нурглет держать, оружие, там, щит, еще что-то, вы их потом в последнюю очередь. Потом активируется кель. Нет, потом они все ресуются. И то же самое, стоите на РНЖ, РДД, бегаете от Таладреда, от самого левого не забывайте, кого он берет в цель. Пока баба живая, на РНЖ ее бьете, РДДшники, кстати, вы бьете бабу, а милики бабу не бьют, которая Коперниан, потому что она откидывает там свои навой вас постоянно. Так, так, ну вроде самое важное все. Потом активируется кель. Милики, значит, смотрите, под боссом может появиться лужа там. Ну, такое желтое пятно. Вам надо изменить. Твой горящий. РТД тоже. Бля, ебало, закрой, кто это такой? Все. Так, появляется желтое пятно на земле. Это значит, туда сейчас появится феникс. Он там появится, и все раскидаются, если вы там будете стоять, и урон получите. Короче, вы выбегаете из этой желтой метки на земле сразу. Потом, как Феникс появился, как сказали, вливаемся в Феникса, все бьют Феникса. После и в момент, как Феникс умрет, рядом милики, никто не стойте с ним, а то вас откинет тоже. И когда он умрет, появится яйцо. Это яйцо надо максимально быстро убить. Потом... Будет кидаться Mind Control на рейд. Вам будут это анонсить. Перед Mind Control, милики, снимайте пухи. Потом всё? Снова одевайте, соответственно. Да, еще добавлю. В второй фазе, как только вас подкинет воздух, набрать рейндж. В центре хилы, потом идут РТД, милики, вам бить все равно некого. Можете подальше. Милики, кому бас? Так, мясо ставлю, нурглет, заходи. Мазер, зайдешь? Надо подождать. Ну, нурглет, как обычно. Ты двух правых и левых. На мой. На второй фазе. На второй фазе я на пусть, ты на...
Тогда зачем народ обеспекнул или кладбон? Мне еще место под оком. Тут какого? Лок? Лок. Ходи. Не удаюсь. Что? Да, лосистать. Лёх, а боешки в первую ячейку выкидывать? Последнюю. Ну, в последнюю я не могу. Доступа нет. Мне под... Или пианист он дашь? Биг Баба, он на БГ. Но Мозер в инсте. Ну, значит, Мозер тут. Ну, ждем вопрос, какой? Адмирал, к тебе вопрос. Чего? Ты где? С нами, блядь, или в... Здесь, я тебя не услышу. На мейнспек кто что брал? Вага на мейнспек брал. Ну, еще кто что брал? И ТТ-5, ГП этот. Там я видел, закладывали. Солара никто ничего не брал. С робота только Т-5. С третьего босса тоже никто ничего на мейн не брал. Все, Вага? Ага. Все готово, запускаю. Посмотрим, хватит ли у вас смелости выступить против Светокрада Таладрада. Готовьтесь! Полина. Томки, блять, Кузна, ну, новый кто-то. Мордхор. Раньше набрали.
Теперь вы можете потягаться с моим главным... Милики до первого взрыва не подходит. Со сцены уйдите. Милики, посох. Так, а медведь что берет, Марат? Еще? Ничего не берет. А, да, забыл сказать, новенькие, возьмите пухи, подойдите, лутоните труп и прожмите. Вот этого посоха. Да, лутоните, наденьте его и прожмите. Сейчас посох хан вот тебе лутанет посох. Кисло, бери посох. Что он всем будет делать? Понтоваться? Да. Урсула. Ну иди. Я сейчас уйду. Марк, желательно отойди. Мне же теперь без двурочки. С четырьмя советниками сразу, но мои люди тоже. Ну, прожмите посох. Кто-нибудь, да прожмите его посох. Далеко. Прожали все, ты просто далеко стоишь. От центра комнаты практически. Если что, он рубит. Три раза прожал. Он баф не работает, он как аура работает. Если к тебе подходит человек, на котором он на прожатом, у тебя начинает действовать этот баф. Он ближе подойди. Вы бабу убьете, нет? Ой, надо добиться вина.
10 секунд фаз. Я пойму. Ну ладно. Кирс. Лужа была. Пухи. Законтрольте. Феник сзади. Контроль. Пол рейда положу сейчас. За овцу и тю этого Елены. Не спал. Феникс, а чего тут босса долбить? Мили ушли. Яйцо. Пять секунд. Вся МК будет. Овцу или... Дайте что-нибудь собой. Нормальное, подружище. Фир посови. Грубу сбейте. Каз, бейте. Блять, охуительно. Не спал. Ярости уже не хватило, что ли? Не спалните жабу. Ну чего, где мой долларш? Феникса. Нет, ну Феникс. После контроля Феникса. Яйцо все. Уже. Выйдите из желтого пятна. Покоритесь мне. Выбор. Сбейте вас. Чё, дадим кругаем босса? 5% указа. Кисы. Давай, босс. Босса все бейте. Уже ладно. Яйцо все слишком будет фаза, надо будет всем ренжу набрать. Яйцо, воткнулись. Яйцо быстрее. Феникс второго. А успеем ли? Успеем. Приготовьтесь раньше набрать. Я пока что не могу это использовать. Раньше.
К полу не подлетайте. От тебя толку, как от ребенка. 5 секунд. 3, 2. Блин, стать есть. Монород по отбану. Боже. Монород, БРник в отбана. Мирал не мог еще ближе подлететь. Гифка Полина Бердж. Стану, дайте прохил сразу. Сейчас играем только по боссу, фениксов не трогаем. Баф раздайте. Опа. Я дисканул, его убили, босс? Нет еще. Лутайте, я иду. Убили. Дайте сумон туда. Ты 5 на хантам не скинешь? Мы еще куда-то идем или все? Первая хата. В смысле, мы на год там жду Волгу с выигрывом.
Адмирал. Я поставил сортировку паролу на мейн, как по-нормальному, было бы народ. Понятно, ладно. Ну, в смысле, кому надо, жмет мейн спектр. Я тебе, сука, расскажу тактику потом на босса. Так, маг и прист, абсолютно одинаковый ролл, 0-4. Фу, не ролл, а приор. На паролу? На ролл. А какой после приста? Может, у него хуже? А кто-нибудь на успех это ролил? На успех... Но это не слича пух. Да, это пуха не слича, маг выиграл 62. Могу за пуху. Могу, да? Я начислю после рака. После того, как разрулишь. 556, если что. После разрула начислю. Что не баганулось. Скажешь, как все паролишь. Окей, так, теперь ты 5 пошли. Охотник маг. Артемий, а тебе же, да? Тебе ушло? Да. Паладин, разбойник, шаман. Так, у Дамару семикани, а то да и пипопал. Пипопал, мейн спек, грудь. Угу. Дамару было 7к. У него сейчас 4000. 4700. Даже если с чем-то счетом, что сейчас добавить око, там сколько? 1700, у него все равно 7000 не набирается. Сфера это 277 шея. Сейчас налинкую. Что именно за шея? Ну, мы теоли в край в это все равно ты не отдал. Да, за да. ГП. 389 ГП. Ну, как и обычно, шею. Ну, шею выиграл Дамару. Все, да, это все было через Адам? Да, Дамару за ГП, да, так, стоять. Почему я не могу ему передать? У него, видимо, он уже брал, нет? Уже его нету, стоять. Потому что в инсте. Тогда магу на мейнспект. Ну, если ты себе закинешь, потом отдашь. Так, магу получается посох. Ты все разрулил, да? Да, да, да. Угу. Ты 5 паладину. Он забрал шею. Раз. Потом шею, забрал посох. Правильный ключ, правильно? Сколько он там? 1500 с копейками. Напиши, кто маг, напиши, сколько там посох. Линка не посох. Сейчас, подождите. 1556. 1556, ага. Да. Так, и Холипал забрал кусок, да? Да. Меч ушел на оф паладину. Тоже пипи. И второй кусок Т5 ушел. Воронки все у тебя? Воронки, да, 7 штук. И так, кстати, знаки или дари. Через только слушор напиши. ЕП-шку начислили или еще нет? Нет еще. Сколько у нас тут? 900 400. Сейчас воронки разролим, я начислю. Первые 9 человек. Просто я уже хотел сбор на первую карту.
Сейчас нам еще воронки не разобрали. О, о, первый. Девка есть. Фласк со знака сейчас. Если РДДшная, то вот. Но она как драконий разум.